Компания по продвижению туристического продукта Грузии дала свои результаты. В эту страну в этом году буквально хлынул поток туристов. Соответственно, выросли и доходы от этой сферы. Однако есть и подводные камни. В связи с событиями в Украине многие из тех, кто приехал туристом, становятся мигрантом. Юлия Тужилкина с подробностями из Тбилиси. Грузия вновь делает ставку на туризм. Доходы от этой сферы в августе превысили допандемийный показатель. Тому способствовало восстановление авиаперелетов, геополитическая ситуация в мире и активное продвижение туристического продукта страны. Отрадно, что в августе по туризму у нас хороший заработок, который по сравнению с августом 2019 года вырос на 26%. Если посмотреть показатели за последние 8 месяцев, то восстановление туризма по отношению к 2019 году достигло 98%. По информации администрации туризма, в августе доходы от путешественников составили более полумиллиарда долларов. Надо отметить, что из-за ситуации в Украине снизился по сравнению с прошлыми годами поток туристов из Европы. На третьем и втором месте гости из Турции и Саудовской Аравии. Лидируют же россияне. Они тратили в Грузии более 54 миллионов долларов в месяц. Очень красивая природа, очень радужные люди, очень все гостеприимно, многогранно очень. Вот вам горы, потом массивы лесные, потом город, старый город, новый город. Очень красивая архитектура. Ну, это не описать словами, это смотреть надо. По статистике Института развития свободы, каждый шестой гражданин России задержался в Грузии как минимум на месяц. Вот что сами россияне говорят об этом. У меня друзья тут остались, я пока не особо собираюсь. Может быть, в дальнейшем когда-нибудь. Выбор каждого, дело каждого. Мы с вами все свободные граждане, у каждого есть право жить там, где он считает нужным, где ему комфортно. По официальным данным, сейчас в Грузии остаются 18% россиян, 20% украинцев и 28% белорусов от общего числа приехавших в марте-июне этого года. А значит, туристами они фактически уже не считаются. Юлия Тужилкина, Шалва Сурмилашвили, Хабар 24, Грузия, Тбилиси.